Всем привет, народ! Сегодня я на даче, и у меня такой небольшой видео-тест, даже можно сказать. Задали мне вопрос под прошлым видео, и я хотел бы для себя даже просто посмотреть, а так ли это на самом деле, и что из этого выйдет. Напомню, сегодня разговор будет про симки от Ростелекома за 290 рублей в месяц, абонентская плата. Кстати, вот в прошлом видео маленько нехорошо получилось, эту симку, которую я вот здесь использую, я покупал по ссылочке в описании, так что переходите, смотрите, покупайте. Вот. Так в чем суть вопроса? Человек мне написал с Дальнего Востока, откуда-то оттуда, с Приморья, и спросил, а что если там в месяц выкачать на таком тарифе, тариф потому что классный, торрент не закрыт, все не закрыто, выкачать 200, 300, 500 гигабайт. Ну 500, конечно, я думаю, не смогу выкачать, но думаю, где-нибудь 300 с чем-нибудь 50. Я вот сейчас это все дело поставлю, и так как мы на даче на пару дней приехали, завтра вечером, днем там затестим, посмотрим, не отрубили ли меня вообще от сети, работает ли у меня интернет и сколько в общей сложности я скачал за это время. Так что давайте-ка сейчас посмотрим на статистику. Так, ну буду снимать вот так. Напомню, что у меня сейчас LTE вот с такими вот показателями. Это могу сказать, что там не самые классные, в том плане, что я не подстраивал вообще антенну, как она у меня была на 3G настроена в свое время, так вот она осталась на 4G. Я в начале недели сбрасывал счетчик, сейчас вот накачалось за все это время 2 гигабайта, и самое интересное, что я включал, отвалился, главное, Теле2, Ростелеком. Я включал, и тут шла загрузка прям такая, бегом. И можно... Блин, а чё куда все слетело? Здесь, короче, максимальная скорость, которая вообще была, было 32 мегабита на приемку и около 18, кажется, на отдачу. Ну ладно, давайте-ка сейчас добавляем торренты и смотрим, что у нас и как это у нас ведет себя. Ну вот, пока добавлял, села батарейка у меня на рекордере, так что перестал работать. Итак, я добавил здесь 1, 2, 3, 4, 5 торрентов. Один у меня еще качается с прошлого раза, тут что-то докачивается. И все стоят они в очереди. И смотрим. Так, будет примерно у нас 270, там 260, 300... Ну, где-то будет около 400 гигабайт. Поставил все по одному, то есть, чтобы качалось по одному торренту. Когда общая масса торрентов начала качать, показала скорость 7 мегабайт в секунду. Ну, что считаю достаточно классно. Ну, короче, смотрим. Вот пока качается вот с такой вот скоростью 2,2. Это у нас 3 мегабайта в секунду. Вот у нас время и число. Ну, а потом проверим, посмотрим, когда это все у нас, или хотя бы половину, или часть, или все возможно, или... Ну, посмотрим, как у нас оператор поведет себя. Ноутбук оставлю работать где-нибудь на сутки, скорее всего. И надеюсь, что все у нас скачается. Всем привет еще разок. Ну что, выходные подошли к концу, надо собираться домой, дождь зарядил, не успели в бане помыться, как говорится, но беда такая. Итак, посмотрим, что у нас, я с телефона, не с ноутбука, что у нас получилось. За сегодня, то есть за этот день, получено 127 гигабайт и 6,5 гигабайт отдано. И, ну, вот сейчас покажу, вот там, так... Видно? Надеюсь, видно. И теперь мы посмотрим статистику. Сколько у меня всего скачалось, сколько раздалось. Ну, это за месяц получается. Это сегодняшний, вчерашний. И пару дней назад я еще тоже скидывал статистику. Так, получается, что за месяц у нас... это общее получается. 471 гигабайт. Давайте-ка сейчас посмотрим. 471 гигабайт.
Это вот мобильная версия. Вот, если честно, даже не знаю, как включить. Где-то была полная версия. Ну, блин. А вот, и удалена история 19 числа. То есть, сегодня у нас 22, кажется, 3 дня назад. За эти 3 дня вот накачалось вот столько. Ну, могу сказать, что оператор работает замечательно. И дальше ему желаю этому оператору также работать. От себя скажу, извиняйте, что я за 2 дня вот так вот нагрузил сеть. Так что не отключайте меня. Все работает отлично, все работает хорошо. И давайте-ка затестим сейчас, сколько у нас скорость. Скажу сразу, что сейчас у меня ноутбук еще качает, что-то докачивает. Некогда смотреть, надо собираться. 27 скорость в пике. 27. Да, 27. И отдача сейчас будет. Отдача. Ух ты, до 56 доходила. Ну, отдача, как правило, 20, 22, 18, вот так вот где-то пляшет. И могу что сказать. Вчера вечером скорость пиковая на загрузке была около 7-8 мегабайт в секунду. То есть, где-то прыгало до 58, что ли, мегабит. Ну, то есть, вообще классно было. Ну, да, вот получается 23 мегабайта у нас на отдачу, 27 на скачку. Так что Ростелеком за 290 рублей в месяц. Вот такой вот тариф. Классный, отличный. Как видите, слава богу, меня пока не отключили за то, что я за 2 суток скачал почти 0,5 терабайта. Так что оператор и тариф очень отличный, очень классный. Ладно, с вами был Сергей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, ребята. Пока, поедем домой.